40 лет стажа и всего одна запись в трудовой книжке. Наверняка мало кто сегодня может похвастаться таким постоянством в трудовых отношениях. Более 40 лет трудятся в Кумертауском психоневрологическом интернате две представительницы одной из самых гуманных профессий – работницы социальной сферы Алевтина Тахтина и Людмила Кичаева. С 1 апреля 1975 года меня распределили в Кумертауский психоневрологический интернат. И по настоящее время я работаю здесь, с палатной медсестрой. Отработала 44 года, будет 1 августа. Мы приехали в 1972 году после окончания Белорецкого медучилища по направлению. 40 лет обходов, 40 лет непрерывного наблюдения за психическим и физическим здоровьем, 40 лет постоянного надзора за клиентами интерната. Срок немалый, за это время случалось всякое, говорят медицинские сестры. Начинать же приходилось не только с исполнения своих непосредственных обязанностей, а с обычных хозяйственных работ и благоустройства территории интерната. Мы приехали, еще больных даже мало было. Хозяйственными работами занимались. Вот эти все деревья сажали мы, которые уже сейчас большие стали. А потом больных начали завозить. Да, все было новое. Все было в первый раз интересно и трудно. Поначалу я плакала, не хотела. Чужая местность, чужая республика. Я сама с Челябинской области. Поначалу плакала, больные казались. Мне было 19 лет. Через полтора, скорее бы отработать 3 года. Потом через 1,5 года вышла замуж. Сейчас работа Кумертауского психоневрологического интерната налажена должным образом. Понятное дело, этот сложный и длительный процесс не обошелся без помощи медсестер. И наверняка достичь этого не получилось бы без ежедневного упорного труда и неравнодушного отношения к своему делу. А потому и свой профессиональный праздник, День социального работника, медсестры провели на посту. Спасибо им, что учат молодое поколение правильно ухаживать за больными, организуют работу младшего медицинского персонала. Вот, и в преддвериях этого праздника пожелать им здоровья, дальнейших успехов. Совершенно точно можно сказать, что случайные люди в этой гуманной профессии долго не задерживаются. Чтобы посвятить себя такому делу, нужно иметь серьезный запас душевных сил, несгибаемую волю и немалую смелость. С тем, что этими качествами обладают Людмила Кичаева и Алевтина Тахтина, спорить сложно. Тем более, что их наличие они продолжают демонстрировать каждую рабочую смену.